виду. А он спрятался. А он спрятался. Видите, как бедные вынуждены, чтобы пробиться к свету, выгибаться. Махай. Еще вижу. Что-то шляпка просто. Это что, уже там его сожрали? Одна шляпка. Так. Что? Вот так съедают? Или это срезали? Да потеряли. Похоже, что, наверное, срезали. Грибники потеряли. Ну, что там? Больше не вижу. Только я сказала, больше не вижу. И вот сразу. Так, ну, все, так это надо так, наверное, говорить. Больше не вижу. И сразу грибы будут нарисовываться. Грибники идут. Ой, говорю, все грибы собрали. Не, говорит, оставили вам. Говорит, да, говорю, девушкам, говорю, все грибы собрали. Они смеются. Не, говорит, и вам оставили. Говорю, ну так и получается. Ходишь по кругу. И моя сыроежка любимая. На. Только сказала, не вижу. Ну, это, наверное, вот это выброс. Это, наверное, грибники срезали, да потом ведро полное было. На червы. Червы, да, ну, выки. Ой. Ну, уже зонтики появляются. Мы в прошлом году день рождения у мужа было. Шли на полянку. Сколько их было? Это вообще все раскрытые. В прошлом году столько наелись отбивных. Такие вкусные они. Ну, это маленькие, это еще не раскрылся. На. Не раскрылся. Я попробую найти. Маховик. Кто это зайчик? Маховички какие. Ой, бляха-муха. Боже, желудь. Слушай, так сильно ударил по шее. Ой, кошмар. С какой-то он высоты. Ничего себе, слушайте. Ко мне он подумал. Наверное, синяк будет, слушай. Пока не мая. С такой дурью, блин, вмазався. Ой. Прицельно бомбометание. Подивися, да, прицельно бомбометание. Не, чтоб так сильно упал. О. Там дальше. Ага, этот старый совсем. За ним мы про. Этот нужно забрать. Вон сыроежечка моя любимая. Молоденькая. Вон сыроежка. Да здоровый, что их брать-то? Ну, тут их несколько. Ну, чистая. Ну, сейчас ведро можешь поскладывать. Срежь эти ножки, это нет. Чистая, слушай. Ну, это и нет. Нет. Чё? Чистая. Чистая, без червяков. Ведро можно складывать. Так. О! Видите, какой тротовик. Тоже там, да? Не. Видите.
какая прелесть. Это, оказывается, вот это красота, красота. Ой, я не прикидываюсь, у меня она на самом деле. Говорит, там нумеролог на видео так смеялась. Второрожденный. Где в итоге пятерка. Пятерка 14 и 23. Вот у них все красота. Ну вот смотрите. Какая прелесть. Какая красота. Ой. Так что я не виновата. Вот смотрите, ну. О, смотрите. Что, окаймлённый? У меня все красота, ну. Все красота. Вот как спрятался в траве. И не видно. И не видно. Стреляют. Бах, бах. А мы грибы собираем. Море удовольствия. На, чист. На сыроежку. Что это за запах? Что это опять? Пана все сегодня. Пана. Что, опять пана начала расти? Ой, ну запах, конечно. Вонизм счета от панны. Насколько он полезный и настолько он вонючий. Когда уже выстреливает. Наверное, мы в прошлый раз собрали все грибы, а новые не выросли. А вот, вижу. Вижу, вижу. Как-то надо добраться. Тоже перезревшие. О, перезревшие. Ну, это нам можно посмотреть. На. Подивись оцей. Все, думаю, в прошлый раз тут все такие были старенькие. И на этот раз пришли. Что здесь люди не собирают? Ой, господи, выбраться с этих веток, кустов. Целая проблема. Стоит здесь это, а здесь... Светленький такой. Солнца не хватает. Еще один. Что-то они здесь, Все старички стоят. Никто не ходит. Кроме тебя, кто тут что-то? На, посмотри. А девушки откуда шли? Что, здесь не были? Все равно же люди ходят. Да. Но чистые, нет. Не червивые, ничего. Стоят, ждут грибников. А эти наглые грибники. О. О, это что? Бабочка. Тут тоже бабочка. Думала, маховик. А это муха.
мухоморы. Смотрите, какие красавцы стоят. Видите? Какие красавцы. Один краше другого. Такие серьезные грибочки. Одни мухоморочки. Мухоморочки, ну такие красивые, слушайте. Вот такой. Ведро. А еще обратно надо будет идти. Пакет есть. Да. Ну и хорошо. И на этот раз не получится оставить на даче ведро после слив. Уже вот через 2 дня и по ведру.